То, всем доброе утро. Как я вчера и обещала, сегодня будет небольшое путешествие по главным дорогам Кирении, чтобы многие из вас, которые сомневаются, убедились в том, что на Кипре живут люди, и тут есть машины, и дороги даже есть. Погнали! Здесь у нас пробка уже начинается. Мое мнение и мое видение жизни, что чем меньше людей вокруг тебя живет, тем комфортнее твоя жизнь, потому что меньше пробок, меньше очередей в магазинах, госучреждениях и так далее. За последние полгода просто очень-очень много людей переехало сюда жить, поэтому заметно увеличились пробки, но ничего не поделаешь, когда население растет, растет и экономика страны, тем самым повышается уровень жизни, так что посмотрим. Главное всегда находить идеальную середину.